все похожи, мы этого не скрываем. Это даже скорее фишка, потому что кого когда-либо повредил яичный лоток? Ребенок может построить башню, которая на него потом упадет, и в ответ вы услышите только смех. Не будет ни слез, что ребенку было больно, и ничего подобного. Младший брат или младшая сестра, то ты можешь взять, построить стенку и укрыться. Детям интересно не только собрать в куб, но дети делятся на две категории, потом которые берут кубы и с радостью складывают их в стопочки. И вот эта большая куча из 111 кубов превращается в три аккуратненьких стопочки, которые ставятся в уголок в течение 10 минут исключительно одним ребенком.